Хей, йога, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру по названием Секира. Короче, мы с вами немножко улучшились, эмблема духа. А, так, у меня есть колющ атаки. Ну ладно. Так, давайте сначала отдохнем. Отдохнем. Восстановим силы. Теперь мы с вами усиливаем атаку. Вспоминаем битвы с Гёбу. Введение Гёбу. Память о битве с редким противником, хотя я отдаленно это восстановил. Так, подкрепите силы волка. В юности Гёбу, анима, был вожаком шайки бандитов. Иси победил его в схватке, но был так впечатлен, что силой, его силой, что взял в себе на службу. Со временем Онима стал самым верным из самураев Исина. Дело атаки. А, так все, вот так и оно легко восстанавливается. Я думал, типа, я заново сейчас переживу битву. Ладно, открываем врата. Погнали дальше. Если что, можно попытаться тогда бабочку прикончить. Вот помните, где у меня жопка горела в прошлой серии. А другого пути туда нет, да? Окей. Мне нужно... А вот там что? Давайте туда и схожу, наверное. Так, подслушать. Похоже, Исин и правда сильно болен. Земля Исина должна не выстоять, хоть из нас сражается Генитира. А что с другим нашим заданием? Черношляпа бьет, словно демон, у той стороны замка, что близ долины змея. Значит, туда мы и направимся. Но будь осторожен. Барсук Черношляпа без боя не сдастся. Барсук Черношляпа. Не, ребят, все. Я понял, что я не туда полез. Все, сорян. Все. Давайте, до свидания. Да, что-то не туда полез вообще. Ладненько, значит, давайте в ту сторону сходим. Сколько раз только что не упал. А, сколько раз я чуть не упал. И упал. Короче, я так подумал, нахер оно мне нужно. Хотя нет, я хочу этот предмет. Леденец. Странные леденцы, которые я не юзаю. Но мне, по сути, все равно туда идти. А смысл, вот, типа, я улучшил, да, типа, меч. Типа, у меня должен урон немного увеличиться, или как? Я не понимаю немного, как это просто работает. Вот тупая собака, иди в жопу. Так,
Подожди, я немного заблудился. Ой, да иди ты со своим мечом. Жесткий, жесткий, зажали меня, все. Блин, я на этот. И все равно сейчас пойду потом отхилюсь на храмике. А с вот этими ребятами нужно осторожно. А я не понял, а кто меня там спалил? Ты захватиться можешь? Хорош. Подожди, а кто меня тогда видел? Я где-то еще кто-то увидел. Черный порох — это черное вещество. Не боюсь, все равно сейчас уйду далеко вот так. Ты меня потеряешь. Ну, ты меня потерял, хорош. Что за звуки? О, там они что-то охраняли, оказывается, даже. Не, ну они типа жесткие из-за шляпок. У них шляпки мощные. Дрожжи. Они охраняли дрожжи. Ну, видите, здесь как бы локации сами по себе небольшие. Ну, блин, просто далеко немного пройдешь и все. Далеко немного. Сказанул, так сказанул. Давай гигантом. Так, вижу мост. Сейчас наверх сходим. Здесь что-то лежит. Лежит. Железо. А там мост и полянка.
Пепел. Так, у меня плюс еще один навык. Мы правда собираемся ввести это в бой? Я тебя понимаю. Но разве есть у нас выбор? Такие нынче времена. Нам сейчас это до того, чтобы подумать другие. Да, но... А ты смотри, солдат. Будешь дальше так рассуждать, тебе поставят к нему на стороже. Он когда бесится, он не отличается от своих чужих. Так, окей. За мокасина. А чё, вы типа меня увидели или что? Вон, смотри, сзади. Вау, вау. Агрессивности ему не набирать. Воу-воу-воу. Тихо, бычок! Тихо! Почему ты такой агрессивный, скажи мне? О, тихо-тихо-тихо-тихо. Я в тебе застрял, бычок. Давай, 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 давай. Он странно очень атакует, поэтому я не знаю, как к нему подойти даже. Он слишком агрессивен. Бычок, не бычок. Я просто не понимаю, как к нему мне можно подойти так. Единственное место им к нему сзаду подойти. И все. Жестко.
Я просто к нему подбежать не могу. А, то есть ему посрать, да? На это все дело. А, я понял. Единственное безопасное место это от него, это вот. Это единственное место, где можно от него спрятаться. Но это тоже херово, типа, встать на место и все. Да, нужно было с фул хп идти. А почему я к нему подрога стал? Можно узнать? Давай, давай, давай. Бычок. Я убью его, а потом еще раз убью. Убью. Сюрикены, нужно закупиться с сюрикенами. У меня денег не будет. Не будет. Короче, нужно схилить сначала банкой нахер. Сколько ты стоишь? Айс. Ладно, посрать. Нет, так нет. Это чтобы в спину не атаковал. Один на один остались. Хотел поменять на таблеточки.
Я просто не понимаю. Видите, в какую он сторону будет бить? Как хорошо было убить его, вы не поверите. Можно без фризов, пожалуйста? Давай, отдыхай, отдыхай, отдохни. Что за херь? Где? Чё за лаги? Чё за лаги? Чё за лаги? Чё за лаги? Где быстродействие? Быстродействие быстро мне показали? Быстродействие, быстродействие, быстродействие. Не надо мне, падай, падай. Смотри, он нагружает уже. Говорить. Слава богам. Слава богам. О чем вы молчите? Молитесь? Хм. Эй, ты слыхал о храме Сэмпо? Храм Сэмпо на горе Конго. Там живут особенные святые, той человек. Давай помолимся вместе. Слава богам, слава богам. Так. Понятно, что там можно спрыгнуть. Спрыгнуть вниз. Кто здесь водится водички? Никто. О, тут проходик есть. И... Так, мне кажется, здесь навряд ли просто так это сделали. Что, серьезно, прохода нет? Жаль. Почему мне это место так фризит? Ладно. Господин Кура, пора госпожа Эмма. Да, я знаю. Господин Генниха ждет, не так ли? Я вернусь в башню замка Сина. Волк, тот свиток, которым мы пользовались, на этот раз я буду призывать им тебя. Что-то там какой-то мужичок. Страшно, не хочу. Страшно, не хочу. Так.
Страшно, не пойду. А тут что у нас? Ага. Это если что обход, да? Воу, что это? Ясно, ясно. Что тут за твари? Я думаю, в чем дело? Кто меня заметил? Теперь ясно. Там на крышах какие-то твари лазят. Блин, я понимаю, что там без какая-то фигня находится в этих. Ничего хорошего уж не лежит там, так ведь? Так что давайте тогда туда сходим. Что здесь, да, какой-то жесткач происходит. Блять, как они заебали? Можно меня не атаковать, алло? Самурай черта, шиноби. Ты будешь нормально прыгать? Да. Ты смотришь, да, типа есть подъем. Будешь нету. Вам без сомнения известно. Предыдущая битва решит судьбу всего клана Сина. Мы рискнем своими жизнями ради господина Исины и всего народа Сина. Мы Сина, нас не сломить. Да, Сина. Ну, сначала нужно поснимать их. Если так посмотреть. О, а там что-то новое лежит, слушайте. Я такого раньше не видел. Сундука. А можно без лагов? Что такое место лагучее? Зацепишься.
Ты можешь нормально зацепиться, ты можешь нормально действовать. Шар, 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 да, это шар, это шар. Да, блин, что вы делаете? Ребята, я вообще не на вас нападаю. Вы ведь не из здешних самурая Фернан. Я явно синоби, и при том опытный. Ну да. Верно. Я так и думал. А в таком случае, не заберешь ли со здешних самураев? Так, у нас тут за ними произошло одно недоразумение. И теперь они ищут меня днем и ночью. Мне уже некуда деваться. Это самурай Асина такой упрямый народ. И ведь, казалось бы, у них сейчас свои проблемы хватает, чтобы за мною не гоняться. Так, что мне нужно стоять? Блять, ну пожалуйста, прекратите так делать. Призы сраные. Все. Сейчас следующего будем убивать. А кто там меня увидел? Чё? Ай, бля, я понял. Смотри сюда, алло. Вернись. Хорош. Давно ты там сидишь, слышь? Ну что это, вот посмотрите, ну что это за дерьмо? Алло, производительность, алло. Алло, можно, пожалуйста, нормально делать все? Спасибо. Пиздец. Нет, слушай, я понимаю... Ты хочешь, чтобы я с тобой подрался, увы, нет. Рядом.
Может, он прекратит меня атаковать? Да, он теряет все мне. Так а чё он сюда начал вообще смотреть? О. Попугай. Сундук. А там у нас божественная трава. А здесь у нас вау. Вот что это за дерьмо, скажите мне. Ах, зараза. Нет, тихо. А что? Зачем? Зачем? Короче, у меня снова горит. Да. Все, мы заканчиваем на эту серию. Да. Да. Может, я опять сейчас не подскажу. Вот, все. Игра закончена. Как с Dark Souls, да, получилось у нас. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока. О, ничто себе, верующая старуха теперь заболела. Классно. Ладно, всем пока.